Каждую секунду в мире появляется 3 новых стартапа. Много идей предлагается и для оптимизации автомобильного бизнеса. Самые интересные из них обсудили на форуме IT-революция в автобизнесе 2019. В этом году форум IT-революция в автобизнесе прошел уже в 3-й раз. Его организатором, как и всегда, выступило аналитическое агентство «Автостат». Среди участников были представители дилерского сообщества, автопроизводителей, банков, лизинговых и страховых компаний, а также IT-специалисты, предлагающие свои услуги. Всего мероприятие посетили больше 200 гостей. Каждый год мы находим все новых и новых участников, которые представляют как бы какие-то решения, которых, условно говоря, не было тогда, есть сейчас. Самое интересное, что состав участников, он постоянно меняется. То есть постоянно есть те, кто вдохновляются, видимо, идеями каких-то решений, которые они видели раньше, реализуют и идут вперед, вперед, вперед. Программа мероприятия включала в себя выступления автопроизводителей и экспертов отрасли, бизнес-кейсы от ведущих маркетологов, круглый стол на темы, связанные с финансовыми и страховыми продуктами, и, конечно, нетворкинг. Но главным событием форума стал конкурс готовых IT-решений. Участникам предстояло за 6 минут убедить аудиторию в том, что именно их идея достойна звания лучшей. Победителей определяли по совокупному числу набранных баллов, а жюри и зрители из зала. Главная цель – это на самом деле свести вот одни компании, которые что-то хотят, вкладывают свои мозги, свои идеи, знания, деньги и так далее, и их свести с теми потенциальными клиентами, которые это все используют.